Всем привет! Вы на канале, где обсуждаются последние новости фигурного катания. Стало известно, какую роль будет играть олимпийская чемпион Галина Загитова в ледовом шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки. Спектакль планируют показывать с 1 июля по 30 сентября в Сочи. В шоу Загитова получила одну из главных ролей. Она сыграет Людмилу. В инстаграме Татьяны Навки появились кадры с фотосессии Алины Загитовой в образе Людмилы. На некоторых снимках она с коллегой по шоу Петром Чернышовым. Шоу «Руслан и Людмила» ранее показывалось и в других городах, однако Алина Загитова не принимала в нем участия. Алина красавица, настоящая царевна из сказки. У Навки в шоу всегда не только декорации красивые, но и костюмы шикарные с множеством дорогих деталей. Тандем Загитова и Навки надолго будет плодотворным и знаковым, и не только в шоу. Каток строится под школу Навки, и в этом году Алина не случайно будет получать второе высшее в физкультурном. Татьяна Навка восторгается каждым движением Загитовой и абсолютно не жалеет комплименты в адрес олимпийской чемпионки. А нравится ли вам Загитова в роли Людмилы? И как вы считаете, будет ли она смотреться органично в этой роли? Напишите в комментариях. В свою очередь, хореограф и продюсер, а также постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о роли Евгении Медведевой в его новом спектакле «Анна Каренина». «Я очень рад, что впервые к нам присоединилась в большой работе, хотя сотрудничали и раньше в детском спектакле, Евгения Медведева. Она играет Кити. Для меня это очень важный персонаж», отметила Авербух, добавив, что героиня Медведевой тоже ищет и мечется по сюжету. Премьера «Анны Карениной» пройдет 9 июля 2021 года в Сочи. Вы также можете написать в комментариях, будет ли органично Евгения Медведева в роли Кити Щербацкой.